Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Ну что, пришли в теплицу, в огуречную, за урожаем. Огурчики начинают поспевать. Как обещал производитель, 40-45 дней со дня всходов. Вот где-то я их сеяла, замачивала 16-го, сеяла в 20-х числах, все показывала. Кому интересно, посмотрите, как я рассказываю все свои секреты по выращиванию огурцов. Вот, огурчики уже в теплице растут, мы их срываем. То есть сегодня получается со дня всхода 44-й день. Но мы несколько огурчиков сорвали в воскресенье, дети уезжали в Москву. Сегодня среда, 4 июня. И вот я пришла в теплицу, как поется в песне «Созрела вишня в саду у дяди Вани». У меня вишня еще не созрела, но огурчики поспевают. Сейчас я вам покажу, расскажу, как я дальше формирую, как я получаю большие урожаи. Значит, в теплице у меня 35 корней уместилось. Всегда сажаю 40, чтобы хватало и мне, и моим детям, и внукам, и моим друзьям. Вот, у нас здесь СНТ. Много желающих. У меня уже из года в год как бы. Вот, поэтому нельзя, людей уже звонили, говорили, на нас посади, заказы. В общем, все, буду делать деньги, так сказать. Ну, это, конечно, шутка, какие там деньги. Еще даже не знаю, почем огурцы такие продают. Ничего пока не знаю, потому как еще сами не ели толком. Вот, значит, смотрим. Вот висят огурчики мои, вот так, вот они все висят, висят и висят дальше. Значит, что я хочу сказать. Первые, вот здесь вот уже был сорван огурчик. Первые 2-3 листа, сейчас с другой стороны покажу. Первые 2, 1, 2, 3 я... Это ослепила, оторвала их. Вот, давайте этот огурец сорвем. Вот, здесь вот уже дальше поспевают. То есть и здесь вот был огурец сорван. Но этот маленький, вот нижний, он все равно не растет. Он только мешает им. Получается, если корень у меня сильный, крепкий, то я оставляю... Огурцы оставляю. Ну, не совсем нижние, а четвертый где-то огурец оставляю. Вот. Этот тоже можно уже срывать. Огурчик. Нижний он тоже. Сам, он, они сами по себе уже растут медленно и плохо. Они не дают дальше расти огурцам. Поэтому их надо, если огурец сам, растение само крепкое, хорошее, то можно оставить ему нижние огурцы. Если растение слабое, вот так, сейчас я вот здесь вот, ой, покажу, вот так они растут, в общем, и дальше с огурчиками. Вот это огурец, плохо видно солнышко, огурец Герман. Один из первых начал расти. Вот этот лист, если я убрала огурец, лист я отрезаю. Вот так. Он не нужен. И все огурец срываю, лист убираю. Кстати, у меня поспели не только... Не знаю, видно вам, не видно. Не только огурцы в теплице. Поспели уже и ягоды. Ой. Вот такие ягоды у меня поспели в теплице. Неудобно одной рукой. Так, сейчас покажу. Вот там тоже ягоды. Крупненькие, красненькие. Так что
тут тоже. Вот, в теплице уже поспели ягоды. Так, значит, вот посмотрите, какой маленький. Сажались все в один день. Эти вот такие вот большие уже. А этот вот огурец мой любимый Клавдия. Я ему, естественно, так, раз, два, три, четыре, пять огурцов. Пять, там не огурцов, а только зародышей все выщипала. Оставила, вот посмотрите, шестой, седьмой, вот они растут. Но он сам по себе маленький, эти огурчики надо снимать, и он тогда пойдет в рост. Вот здесь вот уже огурчики. Так, вот там кураж висит внизу, надо его тоже срывать. Смотрите, тут на самой земле. То есть все на ваше усмотрение. Хотите, ослепляйте нижние 2, 3, 4 огурца, как рекомендуют. Хотите, нет, это ваше право. Это ваше дело. Вот так они растут. Так, тут вот тоже. Ой, огурец висит. Тоже его день-два будем снимать. На ту сторону я уже не пойду. Вот так вот растут мои огурчики. То есть теперь уже мы будем их потихонечку срывать. Здесь с этой стороны я показывала, растут перцы. Тоже они все с перцами цветут, завязываются. Показать вам перцы. Потом расскажу, как я их формирую, перцы. Сколько оставляю на кустиках. Ой. Вот они висят, не знаю даже, видно, не видно, мне неудобно. Вот так, сейчас еще покажу. Надо лист убрать, чтобы вам было видно. В общем, все растет. Все растет. Все хорошо, слава богу. Все в этой, в огуречной теплице, 3 на 8, вот середина получается. Вот тоже огурец можно сорвать и лист этот. А, тут есть вот маленький еще огурчик. Не удалять. Вот тоже висят. Так, покажу вам сейчас. Вот так висят. Видите, как они выше огурчики. И сейчас покажу, как здесь растут помидоры. Балконное чудо. Вот так помидоры с помидорами. Вот здесь вся кисточка. Рядом тоже. Здесь уже вот такие большие. Вот тут тоже помидорки. А здесь вот, ой, тоже помидорки. В общем, короче, все растет. Все растет. Слава богу. Вот здесь было место. Я тоже воткнула один огурчик. Вот, видите, даже нижний не обрывала. Вот они тоже растут. Так, какой же в этом году самый первый огурец у меня из тех сортов? Вот висит. Это. Оп. Все. Вот так. Самый первый в этом году вырос Герман. Герман вырос самый первый. Огурец. Молодец. Вот так они растут. В общем, уже мы с огурцами. Производитель не обманывает. 40-45 дней со дня всходов. Так оно и есть. Так они и выросли. Заплодили. Вот, все. Это вот огурец Зазуля. Смотрите, какой длинный. Вот листья все вроде нормальные, все здоровые. Нужно обязательно просматривать, чтобы не было никаких вредителей. Надо тогда срочно принимать меры. Значит, еще могу рассказать, как формирую.
вот здесь вот, ну или попозже вырастут, тогда уже как мы будем формировать их. То есть пока я рассказываю, что мы нижний огурец срезали, лист убрали. Дальше следующий огурец срезали, чтобы лист не кормить, чтобы он не тянул на себя питательные вещества, чтобы шло все в огурцы. Потом они у меня дорастут вот до этой перекладины. Вот, и я их перекину. Здесь они посажены в шахматном порядке. То есть один перекидываю туда, с другой стороны в два ряда они посажены. С другой перекидываю на эту сторону. И так вот перекидываю их туда-сюда, ослепляю, но даю пасынкам расти. Пасынки я не убираю. В один ствол огурцы я не ращу, мне надо много огурцов на продажу. Поэтому я тоже смотрю, если где-то у меня загущенные сидят растения, оставляю один пасынок. А если свободно, два пасынка. И так во всю длину, во весь стебель оставляю два пасынка. Потом я их, когда перекидываю, макушку прищипываю, и они растут в свободном плавании, куда хотят. Они уже во все стороны, и, в общем, в конце лета, они у меня до октября месяца, до конца октября, мы с огурцами без проблем. Но если, конечно, никаких болезней, все надо следить, надо подкармливать. Вот у меня, видите, тут удобрение вот такое гранулированное. Посыпаю я золой, поливаю с уксусом или с лимонкой, чтобы корни хорошо в себя впитывали, хорошо питались всеми микроэлементами, которые есть в земле. Бывает, что вы кладете удобрения, а толку никакого. Растения взять их не могут. Поэтому я добавляю вот. Мне, я сказала знакомым, поливаю с уксусом, они говорят, и срываете сразу маринованные огурцы. Вот не волнуйтесь, сразу маринованные не срываю. Ну все, пишите, кому что интересно, буду отвечать на вопросы, кому что непонятно. Все, всем пока.